Hi, everybody. Let's draw Naruto step by step. Go. Закрасим. Нарисуем нижнюю часть. Нарисуем левый глаз. Дальше нижнюю часть, как и правой, как и с правым глазом. И нарисуем сам зрачок. Есть. Глаза у Наруто синие, поэтому нужен будет синий фломастер или карандаш. Но это мы потом будем делать. Дальше рисуем форму носа. Что? Нарисуем складку на лице, части глаз. Повторяйте за мной. Вот так вот. И дальше она перейдет у нас в бровь. Хотя до брови давайте нарисуем его повязку. Но когда будем рисовать повязку, мы должны пропустить. Ну, сейчас просто повторяйте за мной, я вам покажу. Где-то приблизительно начинаем отсюда вот рисовать повязку. На таком приблизительном расстоянии. Рисуем так. Дальше. Останавливаемся, чуть-чуть место отступаем и продолжаем рисовать повязку. Так. Опять останавливаемся где-то вот в конце глаза, да, вот на таком расстоянии, и пропускаем чуть-чуть место, и дальше продолжаем рисовать. Остановились. И уже к этой повязке мы будем рисовать бровь, правую, потом левую. Нарисуем, значит, форму лица. Слева. Просто повторяйте. Здесь мы отступаем опять, дальше продолжаем рисовать.
Вот что должно у нас получиться. Нарисуем эмоции. Дальше нарисуем улыбку, но тоже на расстоянии приблизительно, то есть выбирайте. Ну, или смотрите, как у меня. Нарисуем шею и волосы внизу, которые за головой, за шеей. Здесь мы не до конца ведем линию, потому что тут мы еще будем рисовать ухо. И начнем мы прямо сейчас. К повязке дальше рисуем ухо. Мы начинаем от начала глаза, вот так вот линию ведем, до середины глаза где-то. Вот так вот. Начало глаза, середина глаза. Дальше рисуем волосы. А через то место, где мы вот оставляли вот промежуточек вот беленький. Чуть ниже заходим, дальше возвращаемся обратно. С левой стороны то же самое. Дальше дорисовываем волосы.
и нарисуем правое ухо. Дорисовываем саму маску, не маску, а повязку. Рисуем еще одну полосу. И рисуем сам знак. Такая вот спиралька, и дальше. И верхнюю часть. И волосы дотянем до самого уха. Нарисуем полку. Так, давайте наведем нашего героя. Так, и разукрасим его желтым цветом. Голубые глаза. Такой рисунок у нас, друзья, получился. Вы были на канале Funny Biz. Подписывайтесь на канал. Всем пока.